Резкая перемена погоды ожидается в ближайшие дни. От тепла днем до заморозков ночью. А к концу недели атмосферный фронт принесет мокрый снег. Вы смотрите «Восточный экспресс» на телеканале «Ригу», студии Инесса Питонова. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Массовое сообщение о возможных взрывах эвакуации идет практически по всему городу. Хронологию событий смотрите в материале Ени Нанимаевой. Пожар по улице Октябрьская. Чья-то выгода или случайность? Почему горят аварийные дома? Решила разобраться Ольга Арсенукаева. Хамство и драки на дорогах давно уже не новость. Об одном из случаев в Улан-Удэ расскажет Сергей Соголов. Как вернуть к жизни экспонаты из ткани? В Улан-Удэ реставраторы из Эрмитажа проводят мастер-классы. Подробнее Баймар Аднаева. Массовая эвакуация в Улан-Удэ. Сегодня в разных районах города спецслужбы выводили людей из зданий. На некоторое время прекратили свою работу торговые центры, школы, рестораны и даже детские сады. О масштабах и реальности угрозы в сюжете Ени Нанимаевой. Скорая помощь, пожарная, возле 49-й школы. А еще кинологи, МЧС, полиция. Такой состав оперативных служб сегодня дежурил у многих зданий. Эвакуировали работников администрации, угроза взрыва. Я выходила на обед, и уже народ выходил, и сказали, что идет эвакуация, и все. Это во сколько было? 12 часов. Была сработка, то что обнаружен подозрительный привет взрывной. Сейчас кинологи пошли осматривать полностью здание. Это была кнопка тревожной сигнализации. Под нашей охраной находится, поэтому нас вызвали. И администрация, и правительство находятся рядом. Тревожная весть пришла только в мэрию, развеялась она спустя полтора часа. Как вы думаете, это реальная угроза? Без понятия, мы же люди как-то это в плохое верит или неохота, так что пускай это будет учение, пускай стараются. Учение или нет, точной информации до сих пор нет. Оперативные службы от комментариев отказываются. А между тем... Тревожные сообщения поступают по всему городу. На данный момент на 2 часа дня их около 10. Везде проводится эвакуация. Это торговые центры, административные здания, также детские учреждения. К примеру, в 26-й школе в 11 утра всех детей вывели на улицы. Здесь они провели около 15 минут. Подобные инциденты сегодня произошли и в соседних регионах. В Чите оцепили мэрию, краевую администрацию, в Иркутске – школы. Сегодня звонки о минировании поступили сразу в 5 школ Иркутска, учащихся эвакуировали. Информация о том, что в здании находятся взрывчатые вещества, не подтвердилась. Также людей сегодня эвакуировали из техникумов, торговых и развлекательных центров. Даже и пенсионный фонд не стал исключением, здание оцепили. Как оказалось, массовая эвакуация началась с Омска. Там под угрозой взрыва 10 сентября оказалось 56 объектов. После учения или реальные акты телефонного терроризма продолжились на юге страны, Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Десятки городов, тысячи людей. Эвакуация стала носить всенародный характер. В России впервые со времен СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска, в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства. Эта цитата высокопоставленного военного впервые была опубликована в федеральных СМИ, однако позже ее удалили. Минобороны, МВД, МЧС и ФСБ до сих пор хранят молчание. А между тем, версии только множатся. Кто-то говорит о телефонном терроризме, кто-то о спланированной акции из-за рубежа. В Ставрополе, в Брянской области по факту телефонного хулиганства даже завели уголовные дела. Ени Нанимаева, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». А вот эта тревога была не учебной. Пожар в многоквартирном доме из-за полыхающей крыши в железнодорожном районе. Сегодня ночью эвакуировали 70 человек. Хронология событий и судьба погорельцев далее в нашем сюжете. Я не там живу, где вы говорите. У меня там паспорт, у меня там деньги. Вещи, деньги, паспорта – все осталось в квартирах. Но попасть туда после минувшего пожара люди не могут. А потому по очереди обивают пороги собственных подъездов. В четырехэтажном доме горела только крыша, но при тушении водой были залиты все этажи и перекрытия. Учитывая их веткость, создается угроза обрушения всего дома. Поэтому выше второго этажа подниматься категорически запрещается. Крыша дома по улице Октябрьская загорелась минувшей ночью. Звонок в пожарную службу поступил в 3 часа. Когда огнеборцы приехали на место, полыхала кровля всего блока. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны установлено, что горит кровля на площади 150 квадратных метров. В настоящий момент проводится расследование по установлению причин возникновения пожара. Теряются в догадках и сами погорельцы. Их разместили в детском лагере «Березка». После напряженной ночи загородная атмосфера немного успокаивает. Крики услышал. Выскочил, но там уже задымление было. Люди, конечно, с ведрами сразу все туда, а там уже невозможно было.
Мы спирали по всем по домам, стучали, чтобы выходили все люди. Потом все выбегали из подъезда. Вместе со всеми выбегал и виновник пожара. Его задержали на месте и доставили в полицию. Но я проснулся там, пьяный был. Проснулся, горит все. Ну, проснулся я от дыма от этого. Соскочил, начал пробовать тушить. Но там уже эти стропилы загорели. Вообще стропилы загорели. Но я это думаю, не затушу. Выскочил на коридор. И начал кричать о помощи. Виновнику пожара грозит административная ответственность. Погорельцам наступающая зима. Впрочем, дом стоит в программе капитального ремонта, точнее реконструкции. Он признан аварийным 2 года назад. Его построили в начале 30-х годов. Когда-то он был частью соцгородка локомотиво-вагонно-ремонтного завода. Сносить нельзя, но и реставрировать здание никто не торопится. В этом году у нас проводились торги по укреплению стен этого дома у нас. Состоялся, но у нас никто не вышел на аукцион. Около 7 миллионов выделяется сумма-то. Но сейчас проходятся котировки в дальнейшем, что пойдет по укреплению этого непосредственно то, что должно быть выполнена работа. Надеются, подрядчика на реконструкцию найдут до окончания года. А сегодня главное подлатать сгоревшее строение. В детском лагере отопление не предусмотрено. Восстановительные работы обещают провести в течение месяца. Ольга Арсунукаева, Батыр Халматов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Запустить по Байкалу лайнеры, наладить водное сообщение с Иркутском, оборудовать причалы. Как сделать озеро судоходным, обсуждали сегодня во время приезда замминистра транспорта страны. Об итогах встречи Антонина Болотова. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Отрывок из Василия Теркина как нельзя кстати вписался в нынешнюю ситуацию с Байкалом. Берега-то есть и даже причалы, а вот с переправами сложнее. Суда не могут подплыть к берегу. Мелко. Для открытия бесперебойного обслуживания маршрута на теплоходе «Комета» необходимо ежегодно проведение дноуглубительных работ в устье реки Турка. В настоящее время администрация Байкало-Ангарского бассейна уже проводит дноуглубительные работы по обеспечению габаритов пути. Обеспечение проектной глубины позволит осуществлять беспрепятственный вход в порт Тулка водным судам с любой осадкой. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Память и слава на Байкале экологическому судну. Пока на все озеро и 2500 кораблей один мусороперерабатывающий корабль. И тот в Иркутской области. Отсюда и темная вода, и ни приметы, ни следа. От отходов все сливаются в озеро. Мы это понимаем. И, конечно, это то, чего нельзя допускать. И вот строительство такого судна позволит как раз минимизировать вот эти все сбросы в Байкал. Это судно будет ходить и принимать отходы, как твердые бытовые отходы, так и сливные воды будут принимать на себя, очищать и сбрасывать в Байкал уже очищенную воду. Такое решение принято, такое судно в этом году начинает строиться. То ли снится, то ли мнится. Показалось, что не весь, то ли и не на ресницах, то ли вправду что-то есть. А ведь не снится, дно углубления в Турке уже начали. Остальные причалы взяли на вооружение. Их доступность для судов обойдется в 27 миллионов рублей. Только после этого по Байкалу смогут спокойно курсировать круизные и пассажирские корабли. Флот и инфраструктура. Будет хороший флот, хорошая инфраструктура. Это, конечно, там... даст толчок для развития, так сказать, всего туристического сегмента на Байкале. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Так, к 2020 году по воде можно будет переправиться с Ольхона в Турку или с Чевыркуйского залива в Нижнеангарск. А ведь у кого-то еще жива в памяти ракета. Ходила она по Селенге. Речное судоходство возродить получится вряд ли. Реки обмелели. А вот у Байкальского перспективы еще есть. Антонина Болотова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Взяточник налоговик осужден в Улан-Удэ. Бывший сотрудник межрайонной инспекции номер 1 приговорен к 4 годам лишения свободы. 32-летнего инспектора отдела камеральных проверок задержали в ноябре прошлого года. Госслужащий потребовал от директора организации 1 миллион рублей. После угрозы крупного штрафа за якобы выявленные недостатки в налоговой отчетности предприниматель обратился в правоохранительные органы. Сотрудники ФСБ зафиксировали факт передачи четверти суммы. 4 года экс-налоговик проведет теперь в колонии общего режима и выплатит штраф в 700 тысяч рублей. И далее о других фактах злоупотребления служебным положением и наказании коротко.
2,5 миллиона рублей похитила сотрудница налоговой службы в железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина обогатилась путем незаконного получения имущественных налоговых вычетов на имена подставных налогоплательщиков. Финансовую махинацию она проводила вместе с сыном и знакомой в течение полутора лет. Решением суда руководитель организованной группы приговорили к 5 годам лишения свободы, соучастников к 3 годам, всех условно. Хищение чужого имущества главного бухгалтера ДНТ «Космос» Тарбагатайского района признали виновной в присвоении 1 миллиона 700 тысяч рублей. Для собственных нужд она использовала членские взносы. Приговор 4 года лишения свободы условно. С подсудимой взыскана вся сумма. В мошенничестве признана виновной главный бухгалтер образовательного учреждения. За полгода путем обмана и злоупотребления доверием директора женщина похитила почти 500 000 рублей. Суд приговорил мошенницу к 3 годам лишения свободы условно. С нее взыскали всю сумму ущерба. В эфире «Восточный экспресс». Смотрите далее. Двойное убийство в поселке Загорск. На месте событий побывала Янина Немаева. Переселенцы по неволе. О судьбе многодетной семьи из Забайкальского края в материале «Дежурного по городу». Отопительный сезон в Улан-Удэ должен стартовать через неделю. Готовы ли теплоэнергетики к зиме, выяснял Сергей Согов. Юный десант чистоты вышел на улицы города. О чем хотят сказать дети взрослым, расскажет Баирма Роднаева. Двойное убийство в поселке Загорск. В собственной квартире жертвами стали две сестры. С места событий наш корреспондент. Тела двух женщин в собственной квартире обнаружил накануне днем знакомый. Он и сообщил о происшествии в полицию. Мужчина, видимо, не представился просто. Пояснил, что в квартире вообще находится как бы, женщина в крови. В итоге убедил, что там вообще в итоге две женщины там находятся. Лицо сейчас останавливается, в принципе. Думаю, задержим его скоро. Предположительно, все произошло 11 сентября. На телах жертв не обнаружили явных признаков разложения. Что же касается причин смерти, то на одной из жертв нашли колото-резанные раны, на второй – следы побоев. Мы здесь первый месяц, правда, живем. Я не могу ничего сказать даже, кто жил, даже не знаю. Ну, то есть они вас не беспокоили? Ну, вроде бы нет. Нет, даже не слышно ничего было такого. Убийство произошло в этой квартире. Здесь на протяжении 5 лет жили две сестры 50 и 40 лет. Как сообщают соседи, к женщинам регулярно ходили гости и чаще всего в нетрезвом виде. Постоянные драки, постоянно там скандалы какие-то, выпивка. Это постоянно у них было. Там постоянно собирались все, кому не лень. Женщин-то я редко видела, но мужчины были такие уже в возрасте. Больше молодежи не было. Было видно, что все мордзаватские, что их как-то отличаешь от городских. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Янина Немаева, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». Дорожные войны. Аварийная ситуация в Улан-Удэ закончилась дракой. А началось все на «Зебре», где едва не сбили пожилую женщину. Сергей Соголов восстановил картину происшествия. Вечер пятницы, 8 сентября. Мать с подростком по пешеходному переходу идут в фабрику кино. На первой полосе пару пропустили. Ленд-крузер, который шел по правой полосе, что он нас тоже пропускает. И когда уже тормоза вот прямо заскрипели, меня сынишка выдернул из-под машины. Я поняла, что он, оказывается, не собирался тормозить. Начал выкрикивать какие-то непечатные выражения совершенно. Сынишка, мимо проходя, пнул его. И тут же этот мужчина выскочил, он был высокого такого роста, где-то 1,85 м, он его ударил кулаком в лицо. Он не пропустил еще нас, а потом еще ругается на мою маму. А моя мама и так плохо себя чувствует, перенесла 3 операции. Ей даже напрягаться нельзя. Весь инцидент видела водитель той машины, которая пропустила пару в начале. Автоледи заметила потасовку и не осталась в стороне. Это мужчина, он бьет. А потом увидела, что это ребенок, да совсем мальчик, вышла. Хотела спросить, что это такое-то. Давите людей, а потом его бьете. Просила сначала у мальчика, потому что у него щека уже красная была. А потом я стала у него, хотела спросить, где бежал. После вмешательства свидетеля водитель внедорожника, по всей видимости, не пожелал дальнейших разбирательств и уехал. Очевидцев происшествия может быть больше. В нескольких метрах от места происшествия находится еще один пешеходный переход. Здесь передвижение людей и машин круглосуточно фиксирует комплекс «Зебра». Наверняка камеры зафиксировали инцидент. Сразу после инцидента мать зафиксировала побои в судмедэкспертизе.
экспертизе. После написала заявление в полицию. Там указаны данные о марке и номере машины обидчика. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается личность второго участника конфликта. Назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято правовое решение. Именно эта медицинская экспертиза определит вероятную степень наказания водителя. От легкой степени грозит штраф, а вот средняя может потянуть и на уголовное. Впрочем, вину сторон определит суд. Между тем, подросток Юра чувствует недомогание уже несколько дней. Рвота прошла лишь накануне. Родители подростка намерены идти до конца. Пару лет назад мальчика сбил джип. Тогда водителя найти не удалось. Сергей Соголов, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Переехать из другого региона и лишиться прав на образование. Почему первоклассницу не пускают в школу? Расскажем в рубрике «Дежурный по городу». А мы находимся в селе Поселье Иволгинского района. Здесь, на улице Живописной, проживает семья Добровольских. Многодетная семья. Они приехали сюда из Забайкальского края и сразу же столкнулись с главной проблемой. Они не могут устроить своих детей в школу. Пойдемте. Мы ехали вообще как бы улучшить свое жизненное положение. Там, в Забайкальском крае, там все гибнет, как говорится, все рушится. Оловянное поселок. Там все, там единственное, что это железная дорога. Хотелось бы, чтобы что-то они тоже увидели. В семье Добровольских 5 детей. Самый младший Ксении 4 года, Николаю 17. Есть и первоклассница Алина. На календаре 13 сентября. Ребенок до сих пор не пошел в школу. 1, 2, 3, 4. Мы обращались в органы опеки. Так как мы обратились насчет детей, чтобы в школу взяли, нам сказали, что нигде местов нет. И вот у нас такая проблема, что... А в основном на прописку все ссылаются, что прописка нужна. Что если пропишется, и детей возьмут в школу. Как говорится, мы вам ничем помочь не можем. Зачем мы вообще сюда приехали? Это вот с их слов говорю. Так как это... Сейчас, если детей в школу не определите, мы у вас имеем право забрать их. Но при этом не помогали, да? При этом нет. Нет прописки в Бурятии, не имеешь права устроить ребенка в школу. Такой ответ получили Добровольские от Министерства образования и администрации Иволгинского района. А если вы столкнулись с подобной ситуацией, обращайтесь к дежурному по городу. И мы обязательно постараемся вам помочь. Алексей Турубов, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Отопительный сезон в Улан-Удэ должен начаться через неделю. Теплоэнергетики завершают ремонтные работы. Что еще предстоит сделать и как город входит в зиму, расскажем в следующем материале. На ТЭЦ-1 ремонт оборудования почти завершен. 6 теплокотлов модернизированы. Специалисты сейчас работают над резервным 7-м. Он должен стать экономичнее и выдавать больше тепла. 220 тонн в час пара выдавалась. Теперь котел будет выдавать 230 тонн в час пара. Это заменена вся экранная система. Парапереливатель заменен. Реконструированное горелочное устройство. Двухъярусные теперь стоят горелочные устройства. В этом году все ремонтные работы на обеих городских ТЭЦ выполняет один подрядчик. На первой теплоэнергоцентрали обновили все 4 турбины. Вместе они вырабатывают почти 150 мегаватт-час электроэнергии. 3 турбины были в текущем ремонте. Это 3-я, 1-я и 6-я турбина. 7-я турбина была в капитальном ремонте. Произвели на 7-й турбине капитальный ремонт. На данной все турбины как бы отремонтированы в нормальном состоянии. На ТЭЦ-2 и Темлюйская ТЭЦ работы также завершены. Все станции обеспечены необходимым запасом топлива. В Улан-Удэ отопительный сезон должен стартовать 21 сентября. Тепло будут подавать поэтапно в течение 9 дней. Сергей Соголов, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Помощь молодым предпринимателям в Бурятии создадут венчурный фонд. Говорят о нем давно, но конкретные предложения появились только в этом году. Венчурный фонд мог дать ученым и бизнесу поддержку крупных инвесторов России. Лоббированием этой темы занялись депутаты Народного Хурала. Крупную сумму для господдержки могут получить уже в следующем году. Но прежде нужно вложиться самим. Это выделение 30 миллионов для создания венчурного фонда. У нас в Республике Бурятия этот и фонд регионального развития
вносит изменения в устав и, соответственно, может принимать участие в всероссийских венчурных фондах. То есть, и тогда у нас, ну, так, по предварительным пока озвученным датам, это где-то порядка около 200 миллионов, которые могли бы поступить в республику. Сегодня же меры поддержки для стартапов разовые, поэтому и неэффективные. В прошлом году выделены 30 миллионов рублей, но 23 из них пришлось вернуть обратно. Проекты не нашли коммерческое применение. Венчурные фонды в этом плане защищены. Даже если 80% проектов не приносят отдачи, то прибыль от оставшихся окупают убытки. Столетние экспонаты в Национальном музее Бурятии отреставрируют по новым технологиям. В Улан-Удэ приехали специалисты из Эрмитажа. Бэйрма Роднаева узнала, как предметам старины подарят новую жизнь и чему обучат бурятских реставраторов. Это костюм участника ЦАП. Танцы проводились летом, поэтому основная проблема – это запыление. Пятна пота вот в области воротника особенно. Также шелк очень сильно пересушен. Имеются вот порывы, сечения. Шелк, парча, сатин – на дорогих и редких когда-то тканях сегодня и живого места не найти. Пережившие десятки лет полотна нуждается в обновлении. В музейных фондах это 24 тысячи экспонатов, а реставратор по ткани всего один. За год удается обновить не больше 20 предметов. Деликатная работа не терпит спешки. Но новым методикам приходится учиться в короткие сроки. На мастер-класс коллег из Петербурга дается всего 3 дня. К сожалению, ткани очень хрупкие, они имеют утраты, разрывы, и чтобы эти утраты зафиксировать, чтобы процесс разрушения не продолжался, их дублируют, то есть добавляют слой, который будет более крепким современного материала. Это метод дублирования. Его, в свою очередь, специалистам из Эрмитажа показали коллеги из Британского музея. Реставраторство ткани не учат в институтах. Знания можно получить только на практике. Брестским коллегам восстановители показали, как правильно снимать пыль с предметов, работать с сукном или тюлем, каким образом экспонаты сохранять. Мы посмотрели. Хранение есть, в общем, достаточно приличные оборудованные помещения. Конечно, нужно большие площади. Безусловно, их не хватает. Такие требования региональным музеям не всегда удается соблюсти, но в этом частично помогает программа «Сохраним культурное наследие вместе». В рамках нее в прошлые годы в Бурятии приезжали реставраторы по археологическому металлу и буддийской живописи. Эта программа длится уже практически 7,5 лет, и в рамках этой программы прошло уже 14 мастер-классов по реставрации в регионах, охватив всю Россию от Калининграда до Владивостока. Приезд петербургских специалистов уже запланирован и на следующий год. Бэйрма Роднаева, Виктор Немаев, телекомпания «Ригус». Дошколята объявили войну мусору. После генеральных уборок и субботников в своих группах детсадовцы двинулись дальше. Почему возникает мусор и как с ним бороться? На взрослые вопросы сегодня отвечают дети. Мы за чистый город! Мы за чистый город! Они практически вышли на тропу войны ровным строем по многолетней свалке. Она развернулась прямо рядом с их детским садом. Обращались и в районную администрацию, и в мэрию. Но соседям из домов неподалеку проще бросать пакеты здесь. Я думаю, что если люди будут дальше так мусорить, скоро это будет гора мусора. В бою все средства хороши. У детсадовцев это речевки, стихи, лозунги и плакаты. А чем еще может действовать ребенок? Вдруг взрослые возьмут пример с детей. А у нас вообще в детском саду это делается каждодневно, ежедневно, потому что есть и дежурные. Дежурные по столовым, дежурные по комнатным растениям, дежурные по книжным уголкам, по рабочим местам. Это идет у нас постоянно и именно в режимных моментах, само собой разумеющееся. Знамена своей первой экологической битвы старшая группа дошколят передала своим ровесникам из соседнего садика. Будет ли неравная эта война, решать, как всегда, взрослым. Природа загрязняется, из-за этого все могут погибнуть. А кто может погибнуть? Люди, животные и птицы. Закон, что законам нужно следовать. Или если загрязнить все море, то больше нигде нельзя купаться. Мусор – это плохо. А еще мы за чистый город. Мама, если мама, Наташа, если это ты, я тебя люблю. Ирина Эрмиль, Бэйрма Роднаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Полезная, главное, актуальная информация далее в рубрике «Сфера интересов». А служба информации продолжит свою работу на сайте arigus.tv. До свидания.
Оживить дом и заиграть всеми красками поможет одежда для стен. Обои от гипермаркета «Смит». Приходите и увидите сами. Здесь просто огромный выбор обоев. Бумажные, флизелиновые, под покраску, моющиеся, эксклюзивные, фотообои в наличии и под заказ. Все активнее растет спрос на жидкие обои. Шелковая декоративная штукатурка легко наносится и имеет бесшовную шелковистую поверхность. Делаем ставку на российское и европейское качество и огромный ассортимент. Подобрали качественный и в чем-то эксклюзивный для нашего города выбор. Разнообразие цветов, текстур, узоров. Много и бюджетных вариантов. Наши цены ниже. В «Смите» более 2000 видов в наличии под заказ. Помните, что вертикальные полосы визуально вытягивают комнату, горизонтальные делают ее шире, а эффект 3D придает глубину. Выбирайте, что вам по душе. Это однотонные фактурные обои, полоска, клетка или геометрические узоры. Объемные флористические узоры воплощают самые смелые творческие фантазии. А «Смит» воплощает в жизнь новую акцию. Весь сентябрь. Чем больше покупка, тем больше скидка. Плюс доставка бесплатна. Не пропустите. Сеть гипермаркетов «Смит». Больше выбор, цены ниже. Факт. Все мы не против воспользоваться льготными или социальными предложениями. Такие поступают не только от магазинов. Банк «Восточный» предлагает своим клиентам социальную поддержку. Давайте узнаем, в чем суть. Мы ждали полгода, и вот наконец запустилась наша особая программа кредитования от Банка «Восточный». Сумма до 30 миллионов рублей. Ей воспользовались уже более 6 тысяч клиентов. Раньше по всем кредитам я платила 15 тысяч, а сейчас, благодаря Банку «Восточный», я буду платить 11 тысяч. Вы подарили мне 4 тысячи, а в год целых 50. Социальная программа кредитования для меня очень привлекательна, так как по ней есть реальная возможность получить 30 миллионов рублей. Я знала, что должна была запуститься социальная программа кредитования в Банке «Восточный», и вот сегодня я и воспользовалась. Я очень счастлива и всем советую. Как известно, новые предложения привлекательны, поэтому поторопитесь. Через время тариф может измениться.